Друзья, в очередной раз всех приветствую на своем канале. Меня зовут Артур Романов, и это «Ставка дня». Сегодня она будет на киберспорт в дисциплине CSGO, где встречаются Gambit и Team Spirit. Свою ставку на этот матч я уже сделал в букмекерской конторе MLBet, ссылку на нее вы найдете в закрепленном комментарии. Это БК с самой большой линией в СНГ, а в ставках на киберспорт это очень важно. Помимо широкой линии, MLBet также предоставляет шикарные коэффициенты и приветственный бонус плюс 100% к первому депозиту, если вы введете промокод, который сейчас видите на экранах. В течение года противостояние спиритов и гамбитов было одним из самых интересных на СНГ-сцене. Команды между собой встречались 5 раз, дважды побеждала команда спирит со счетом 2-0 и трижды побеждали гамбиты со счетом 2-1. Для команды Gambit это будет первый РМР-турнир в статусе главной команды своей организации. Из СНГ-коллективов за последние 3 месяца они сыграли чуть ли не больше всех игр. И этим обусловлен их винрейт, который больше, чем у драконов практически на любой карте. Также гамбиты взяли недельную паузу перед этим турниром, чтобы подготовить новые стратегии, и я думаю, что они сегодня смогут нас удивить. Что же касается спиритов, то они также взяли паузу, но их пауза длилась уже 2 недели, и это значит, что у них было больше времени на отработку новых стратегий и тактик. Букмекеры видят фаворитом этого матча драконов, но мы с вами не будем предсказывать победителя. После длительного перерыва оптимальным прогнозом, на мой взгляд, будет тотал больше 2,5 по картам. Я уверен, что команды не теряли время зря во время перерывов, и уверен, что смогут показать нам что-то новое, удивительное и разменяться победами на своих пиках. MLBet предлагает на эту ставку шикарный коэффициент, и если вы, друзья, хотите поставить по самому высокому коэффициенту, то переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной моей ставки дня. Если же вы, друзья, хотите получать больше прогнозов как по линии, так и в лайве, то переходите в мой бесплатный телеграм-канал, ссылку на него я оставлю в описании. С вами был Артур Романов, и это был самый уверенный прогноз, на мой взгляд. Увидимся завтра.